24 ноября 2016 года в Волжском районном суде города Саратова было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении двух обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящий момент данные ходатайства судом удовлетворены в полном объеме. В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Необходимость в ходатайстве об избрании данной меры пресечения была обусловлено тем, что один из обвиняемых свою вину не признал, пояснив, что он действовал в рамках действующего законодательства Российской Федерации, однако он имеет на иждивении двоих малолетних детей, по месту службы характеризуется положительно, также состоит в официально зарегистрированном браке. В связи с этим следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В отношении второго обвиняемого также была избрана данная мера пресечения. Она обуславливалась тем, что данный обвиняемый признал свою вину в полном объеме, однако он не женат, малолетних и несовершеннолетних и иных лиц на иждивении не имеет. И судом были учтены те основания, с которыми следователь ходатайствовал об избрании данного меры пресечения, поскольку у нас имеется достаточное основание полагать, что обвиняемые под тяжестью предъявленного обвинения могут скрыться от органов предварительного следствия суда, могут оказать давление на свидетелей потерпевшего, о месте жительства которого им известно, также в силу своего занимаемого должностного положения могут уничтожить вещественные доказательства, иные предметы и документы, которые имеют для разрешения уголовного дела. В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление вины обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.